Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я расскажу вам, как избавиться от сухих и посеченных волос в домашних условиях. Для начала я расскажу вам, как готовится яичная маска с касторовым маслом. Для этого нам понадобится 1 желток и столовая ложка касторового масла. Отделяем белок от желтка. Хорошо взбиваем и добавляем ложку касторового масла. Все это перемешиваем. И готовую маску втираем тщательно в волосы. Оставляем на 3 часа. Затем смываем водой. Касторовое масло придаст вашим волосам блеск, а яйцо смягчит ваши сухие волосы. А также, кроме предыдущей маски, я вам посоветую кефирно-дрожжевую. Для этого нам понадобится 50 грамм кефира и 0,5 чайной ложки дрожжей. Кладем пол чайной ложки дрожжей в миску. Заливаем 50 грамм кефира и тщательно перемешиваем. Готовую смесь накрываем теплым полотенцем, ставим в теплое место минут на 20 для брожения. Готовую маску наносим на волосы на 30 минут, затем тщательно смываем с использованием шампуня. Помимо использования масок и ежемесячного подстригания кончиков волос, почаще употребляйте в пищу растительные масла, оливки, орехи, а также витамины группы В. Красоты вам и здоровья!